А вебкам-деятельность, она законом разрешена. Да, Ольчик, да. Разрешена. Вот у них как-то по закону так получилось, что в одного гундеть с плакатом на площади зло, а ласкать на камеру себя красивую – добро. Телеграм-каналы – зло, а расширитель для рта – добро. Власть оскорблять – а-та-та. А черный дилдо на ремнях – ням-ням. Репост – до свидос. А пробка с лисьим хвостиком – здравствуй, милый человек. И мы всего лишь маленькие винтики в этой огромной системе. Добрый вечер. А почему все не хотят этим заниматься? В вебкаме, как и в ТикТоке, постоянно новые тренды. Ну вот сейчас, например, может быть, ваша неделя, например...